Добрый день, меня зовут Радик Сахапов. Я хочу рассказать вам о нашем заводе металлоконструкции «Аполло». Ранее мы уже рассказывали о нашем заводе 4 года назад, и сегодня я хочу вам рассказать о том, что изменилось. Самое главное, что изменилось, это наши объемы. Раньше мы производили 500 тонн, сегодня производим уже более 1500 тонн. Вы спросите, за счет чего такая производительность? Сейчас я вам объясню. Как и раньше, мы принимаем металл на складе металлопроката, но мы добавили крытый склад металлопроката и открытую площадку для хранения больших объемов. Мы купили погрузчик, который завозит металл прямо в цех на дробимётной установке. Открытый склад позволяет нам работать круглосуточно и в любое время года. Далее металл поступает на заготовительный участок. Здесь тоже очень много нововведений. Мы увеличили количество станков, переставили, оптимизировали оборудование, закупили ЧПУ-станки, которые позволяют нам точно сверлить большие объемы. По-прежнему сердцем нашего завода является сборочно-сварочное производство. Здесь на самом деле произошло очень много невидимых изменений, но основные из них – это оптимизация процессов и централизованная подача сварочных газов непосредственно к постам сварки. Далее, после сварки, металлоконструкции перемещаются в малярный цех. Основным изменением здесь является новая система маркировки и упаковки. Каждый день мы производим около 70-80 тонн готовых конструкций. И все это надо успеть отгрузить. Для этого мы заменили все старые краны и увеличили их количество в 2 раза до 20 единиц. Производительность увеличена не только за счет новых станков и их рационального расположения. Мы также кардинально улучшили условия труда. Увеличили и добавили новые раздевалки. Существенно изменили офисное пространство, переговорки и даже парковку. Мы непрерывно совершенствуем нашу компанию за счет методов бережливого производства. Конечно, лучше это увидеть своими глазами, а мы по-прежнему организовываем экскурсии на наш завод. Будем рады новым гостям. До встречи!